приветствую. Мы регулярно получаем от разных отелей Success из рассылки отчеты на тему sustainability или устойчивое развитие. В этом видео хотела бы показать пример такой рассылки, которую мы получили от курорта Success из Нинванде, который находится в Начанге, Вьетнам. Многие инициативы связаны с окружающей средой, это природа, ее обитатели. Здесь курорт сотрудничает с разными организациями, местными и международными. И тут идет речь о обезьянах, которые входят в Красную книгу. Это также биоразнообразие, это восстановление домашнего рифа. Кстати, хотела отметить, что снорклинг Success из Нинванде великолепный. Я любительница подводного мира, думаю, вы также оцените. Обратите внимание на этот слайд. Как по мне, очень красивые цифры. Это несколько из инициатив прошлого года. Здесь хотелось бы отметить курочек, которые снесли 6052 яичка. А яички не простые и не золотые, а органические. А также на территории отеля было выращено почти что 3600 килограмм овощей. И также производят собственные эфирные масла, которые используют в спа-центре, и также можно присутствовать на мастер-классе и посмотреть, как это все делается. В этом сезоне коллеги выращивали люфу, кстати, я сама пользуюсь такими мочалками. Также был Earth Hour, Seed Bank, кстати, очень интересная тема. Эти семена также можно приобрести в Earth Lab в отеле. Social Responsibility обязательно, это очень большая программа, отличается в каждом отеле. Очень многие инициативы. Здесь вот пример, где курорт и сотрудники отеля раздавали на рынке, не раздали 500 сумок из льна, как раз рассказывая вред от одноразовых пластиковых пакетов. В общем-то, такие разные инициативы. Хотела также отметить, что все отели Six Senses дают 0,5% своего дохода как раз таким инициативам. Sustainability – все, что связано с устойчивым развитием. И это все благодаря вам, каждому гостю отеля и всем партнерам, которые поддерживают. Так что вам спасибо всем большое. Хорошо, когда и вам хорошо, и природе, и местным communities. Еще раз спасибо. Пока.